апрельская шутка. На днях со мной произошла крайне неприятная ситуация. После съемки программы Андрей Малахов вместе со своими сотрудниками потребовал, чтобы мы прошли за кулису, аргументируя это тем, что я хочу сорвать дальнейший съемочный процесс. И вы даже не представляете, в какой я пришла ужас, когда человек, на программах которого я выросла и которого я считала гласом народа, справедливым человеком и просто профессионалом своего дела, набросился на меня, схватил меня за волосы и начал наносить удары по лицу, при этом унижая и оскорбляя меня. Я не имею никакого права оставить эту ситуацию, ведь я, как и многие, приехала в Москву строить свою карьеру, и на моем месте мог оказаться каждый. Я считаю, что насилие не может быть оправдано ничем, так как был причинен вред моему здоровью и психике, что зафиксировано в медицинском заключении. Завтра я иду писать заявление в полицию. И я очень надеюсь на ваше понимание и поддержку.